Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы совершите виртуальное путешествие во французский город Арль. Сейчас вы видите, как мы съезжаем с трассы Е80, с трансевропейского маршрута, в сторону города. Арль – город и коммуна на юго-востоке Франции, в регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег, департамент Буш-Дюрон, округ Арль, кантон Арль. Город расположен на берегах реки Роны, в начале ее дельты, западнее Марсели. Древнее название города – Арелат. Его первыми известными жителями были лигуры. Они поселились здесь около 800 года до нашей эры. Город стал важным финикийским торговым портом еще до того, как перешел к римлянам. Римляне захватили город в 123 году до нашей эры. Арелат получил особенно большое значение после постройки канала, соединившего его со Средиземным морем в 104 году до нашей эры. Однако он уступал Массилии, расположенной непосредственно на побережье. Во время гражданской войны Арелат стал на сторону Цезаря против Помпея. Массилия же поддержала Помпея. После победы Цезаря в качестве вознаграждения Арелат получил все привилегии, отнятые у Массилии. В городе находился лагерь 6-го легиона и колония ветеранов. Арелат был важнейшим городом провинции Нарбонская Галлия. Он занимал площадь 99 акров и был окружен стенами. В городе было множество памятников: амфитеатр, триумфальная арка, цирк, театр. Древний Арелат располагался ближе к морю, чем сейчас, и служил важным портом. Кроме того, здесь был переброшен мост через Рону. Однако этот мост не был стационарным, что необычно для римлян, а представлял собой нечто вроде понтонной переправы. Лодки, удерживаемые якорями, были снабжены башнями и разводными мостами на каждом из концов. Такая конструкция моста объясняется частыми сильными наводнениями на Роне, затруднявшими постройку стационарного моста. От этого римского моста в наши дни ничего не осталось. Во времена Римской империи Арелат был важным культурным и религиозным центром. Здесь родился философ Флорин. Город был важнейшим центром распространения христианства в Галлии. Первым епископом считается апостол от 70 святой Трофим, первый век нашей эры. И впоследствии среди епископов Арелата был целый ряд выдающихся клириков. Вершина своего влияния город достиг в 4-5 веках, когда римские императоры часто избирали Арелат своей ставкой во время военных кампаний. В 395 году он стал местом пребывания преторианского префекта Галлии. Император Константин I очень любил Арелат и построил здесь бани, частично сохранившиеся до наших дней. Его сын Константин II родился в Арелате. Когда узурпатор Константин III провозгласил себя императором Запада, он сделал Арелат своей столицей. Это произошло в 408 году. В VI веке город был захвачен и разорен вестготами, около 730 года арабами. В 934-1032 годах Арль был столицей могущественного Арльского королевства. Затем на некоторое время здесь возобладало купеческое республиканское управление по итальянскому образцу. В 1239 году Арль потерял политическую самостоятельность и вошел в состав графства Прованского. В скором времени он уступил значение главного порта Южной Франции Марселю. С февраля 1888 года по май 1889 года в Арле работали художники Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Для последнего этот период был самым продуктивным в жизни. Имя голландского художника Винсента Ван Гога неразрывно связано с Провансом. Яркие краски и солнце Прованса живут на выдающихся картинах, написанных художником в конце своей сложной жизни. Ван Гог родился в семье пастора и собирался стать священником. Но затем его обвинили в излишнем рвении, потому что он раздал большую часть своего имущества бедным. Винсент решил стать художником. Единственным источником средств к существованию были деньги, присылаемые ему младшим братом Тео. Художник-самоучка Ван Гог
испытывал влияние нового французского художественного течения импрессионизма, яркими представителями которого были Моне, Ренуар и Дега. 2 года он жил в Париже, на Монмартре, а затем отправился на юг Франции. Ван Гог был очарован потрясающим светом и красками юга. В 1888 году он снял дом в Арле. Ван Гог хотел создать колонию художников и убедил своего друга Поля Гогена поселиться вместе с ним. Но друзья скоро рассорились. Несмотря на эмоциональное состояние художника, а может быть благодаря ему, 14 месяцев, проведенных им в Арле, стали самыми продуктивными в его жизни. За короткое время Ван Гог написал сотни картин и рисунков. В городе он никогда не пользовался популярностью. Его считали сумасшедшим. В местных художественных музеях нет ни одной его работы. Но подсолнухи и кипарисы, которые он рисовал так живо и ярко, по-прежнему растут в изобилии. Личное ощущение Прованса Ван Гог передал в своих картинах. В портрете почтальона Рулена, волшебной звездной ночи, в рисунке своей комнаты. Достопримечательности Арля. В Арле сохранилось немало античных строений. Часть городской стены – театр и амфитеатр первый век до нашей эры, где могло поместиться до 20 тысяч зрителей, до сих пор используется для проведения корриды. При раскопках было обнаружено много ценных произведений искусства, например, Венера Орлезианская, перевезенная в Лувр. Собор Святого Трофима был построен в XII веке в романском стиле. В XV веке в его архитектуру был добавлен ряд готических элементов. Руины античного Арелата в 1981 году были объявлены памятником всемирного наследия человечества. Одна из площадей города названа именем русской писательницы Нины Николаевны Берберовой. На площади располагается издательство «Акте Сюд», постоянным автором которого она была. В Арле родилась Жанна Кальман, старейшая из когда-либо живших на земле людей. Николас Рейес, вокалист и гитарист известной цыганской фолк-группы Gypsy Kings. Амфитеатр в Арле. Ареной Арля, римский амфитеатр, построенный в конце первого века нашей эры во время расширения города при Флавиях. В 1840 году по инициативе Проспера Мереме внесен в перечень исторических памятников Франции. В 1981 году признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, как часть ансамбля древнеримских памятников Арля. Амфитеатр был рассчитан более чем на 20 тысяч зрителей. Строение насчитывало 120 арок, 136 метров в длину и 109 в ширину. Там проводились как гонки колесниц, так и гладиаторские бои. Арены использовались для зрелищ вплоть до конца Римской империи. Так, в 255 году император Трибониан Галл провел на них триумф в честь своих побед над варварами. А в начале IV века Константин устроил игры в честь рождения старшего сына. Последние в римскую эпоху состязания проводил Майориан. По сообщению Прокопия Кесарийского, франкский король Хильдеберт в 539 году недолго возродил эту традицию. Начиная с VI века арены использовались как крепость. Первоначально в амфитеатре укрывались от нашествия варваров, затем к нему пристроили 4 башни, превратив в полноценный замок. Внутри амфитеатра было возведено более 200 строений и 2 церкви. Выселение обитателей арен началось в конце XVIII века и завершилось в 1825 году. В 1830 году в амфитеатре прошло первое за многие века театрализованное представление, посвященное завоеванию Алжира. Тогда же был проведен и бой быков. В наши дни амфитеатр – главная туристическая примечательность города. На аренах Арля регулярно устраиваются бои быков, спектакли, концерты, реконструкции сражений гладиаторов. Арена может показаться вам не слишком высокой, третий этаж так и не был восстановлен. Кроме того, тротуары вокруг памятника довольно высоко подняты. А вот что говорится об Арле в путеводителе Томаса Кука «Прованс и Лазурный берег». Римский амфитеатр. Гигантский овальный амфитеатр, построенный в конце первого века, в средние века стал крепостью. Позже на его территории построили около 200 жилых домов. В 19 веке амфитеатр отреставрировали и вернули ему прежний блеск, хотя третий этаж восстановить не удалось. Туристов в Арль привлекает и богатейшее римское прошлое города, и картины Ван Гога, самого знаменитого жителя Арля.
Слава города настолько велика, что ожидаешь найти здесь множество роскошных магазинов и дорогих кафе. Но Арль относится к своей славе спокойно. Несмотря на обилие памятников и музеев, он живет спокойной, честной, неспешной жизнью. Город процветал и во времена Римской империи, и в Средние века, когда он был важным торговым и религиозным центром, столицей графов Прованса.